Путешествуя по миру, я заметил, насколько популярными стали селфи. Но селфи стали популярными не из-за того, что там получаются удачные классные фотографии, а есть другая причина. Есть одинокие или скромные люди. Особенно это касается девушек, которые очень любят селфи. Я хочу сделать здесь, где много туристов, такой маленький опрос. Девушка, селфи – это признак или одиночества, или скромности. Вы одинокая или скромная? Скромная, конечно. Итак, еще раз моя теория. Очень много в социальных сетях, в интернете появились не красивые фотографии, а селфи. И моя теория такая. Когда человек гуляет где-то сам, он или просто одинокий в плохом настроении, или ему неудобно попросить других людей сделать красивую фотографию, как вот эта девушка на фоне дракона. Итак, я у нее хочу спросить. Девушка, селфи – это признак или одиночества, или скромности. Вы какая? Я очень скромная девочка. Итак, еще третий вариант. Были блондинка, шатенка, а теперь спросим у брюнетки. Моя, девушка, моя теория такая. Когда я вижу в интернете сделанные селфи, есть два варианта. Или эта девушка одинокая, или она очень скромная и боится кого-то попросить сделать фотографию. Вы какая? Я не умею так подумать. Ну, одинокая или скромная? Ну, честно. Как... Вот так. Так что оказывается, что все селфи с интернета – это селфи скромных девушек, которые просто постеснялись кого-то попросить сделать им красивую фотографию. Привет из Китая. Здесь очень интересно. И здесь очень интересно еще узнать на фоне китайского менталитета, увидеть менталитет наш европейский. Императорский сад Шанхая.